Одна из крупнейших криптовалютных бирж Bitflyer заявила, не опасается, что нормативный прессинг ограничит рынок, а вместо этого нацелилась на миллионы новых клиентов в Европе. Японская биржа Bitflyer запустит европейскую биржу, чтобы воспользоваться спросом после увеличения активности в прошлом году. Как заявил соучредитель и генеральный директор биржи Юзо Кано, его компания приветствует интерес регуляторов, в том числе европейских, к своей работе. При этом он подчеркнул, что не верит в угрозы финансовых ведомств, обещающих запретить криптовалютную торговлю. Кано сказал, что торговля биткоином не похожа на азартные игры, впрочем, является высокорисковой, особенно с использованием заемного капитала.